От создателей игры Гренни, друзья, новый крутой ужастик, который называется Близнецы, ребят! Опа! Ты кто такой? Привет, привет, дорогие друзья! С вами я, Вадим Котом, и мой бро Рориган. Ребят, начинаем мы веселый-веселый обзорчик с нового персонажа, который у нас появился, ребят. И это Кольт Суперзвезда. Отлично, я выбираю Кольта. Ребят, прежде чем я начну, поставьте, пожалуйста, лайкосик. Сегодня у нас будет Бравл Старс. Сегодня будет Свамп 2. Братья-близнецы. Это ужастики от Гренни, от создателей Гренни. Будет Among Us. Roblox. Ребят, так что будет очень и очень интересненько. Поэтому... не стесняйтесь, ставьте ваши лайки под этим видео. И подписывайтесь на канал. Так, проверяем, ребят, нового героя. Так. Ты чё тут? Смотри, какой шалунишка пришел тут и обижаешь моих ребят. Слушай, эта штука наша? А, это у нас 2 на 2 или чё? Ой, блин, 1 на 1. Все, ребят, вот это я выбрал карту. А не, вон он, Нико. Со мной играет Нико, ребят. Так, 10 игроков, ребят. 10 игроков дерутся, скажем так, друг с другом. Так, я буду аккуратненько зайду в кустики, чтобы меня никто не заметил. Так, осталось, ребят, 7 игроков. Так, видите? О, по бокам начинает уже сужаться территория, ребят. Мне надо быть готовым ко всему. Опа, на меня могут напасть. О, вон я вижу сундуки, ребятки. Ага, чувак тоже их видит. Ну там бары. Один плюнет. Так, это энергия. Так, и еще разочек. Все, ребят, я взял то, что мне надо. Уровень жизни у меня возрос. Сколько осталось? Я победил! Они друг друга перебили, ребят! Есть! О, вот это мне нравится игра! Ха! Отлично, Кольт. Нормально. Давайте еще попробуем, ребят. От создателей игры Гренни, друзья, новый крутой ужастик, который называется Близнецы, ребят. Опа-на. Ну, наверное, да. Так, выбираем, ребят. Музыка нам надо? Конечно, надо, потому что... что? Да. Микрофончик должен быть тоже нормальным. Выбираю изи, ребят. Моя миссия найти бриллиант... найти вот такую вот карточку и монетку. Рориган, ты запомнил? Да. Ребят, так где будет интересно какое-нибудь начало? Какое-то начало интересно будет? Ну, покажите нам заставку. А? Пфф, ребят, игра началась даже без каких-либо заставок. Я нахожусь на какой-то крыше. А, так, ладно. Так, ну что, Рориган, давай подходим, смотрим. Так. О, я увидел лестницу, ребят. Опа, и ломик, ребятки, я тоже увидел. А как его взять? Эй, чик-чик-чик-чик. Ломик, ломик, иди сюда. А вот появляется, ребят, рука. Так, берем этот ломик, ребят, и подходим сюда. И пытаемся разбить. А, не разбить, ребят. Ой, блин, нет, тут я могу упасть, и мне страшно. Лучше я с этой стороны, потому что реально могу разбиться. А ну давай, Васька. А тут все закрыто, ребят. Поэтому буду только так. Слушай. Ребят, короче, это похожая игра, как будто бы бабка Гренни. А ё-моё! Я упал! Так, Ватька, вставай, дружище мой. Давай. Гляньте, где мы? Я на люстре, ребят. Тихо, Рори, тихо. Тише. Не шуми. Давай хоть раз посмотрим, что здесь. О, нам вот эту карточку надо забрать. Так, а ну... так, я присяду, ребят, и аккуратненько буду по вот этой досточке лезть. Так, тут должны какие-то ужастики быть, ребят. Это же квартира братьев-близнецов-убийц. Мама, мне уже стрёмно. Так, мне, короче, надо взять какую-то досточку, видишь? Вон. Так, ладно. А! Я спрыгнул. Ё! Так, ломик мой вон, ребят. Сейчас будем запрыгивать. Так. Да ёлки-палки! Ребят, я вообще какой-то рахит получаюсь, даже не могу. Давай. Тише. О, это что такое?
ты. Обратно упал. О, божечки, ребят. Так, закрой. Дай, закрою, а то, не дай бог, меня увидят тут. Смотри, что тут творится. Здесь надо прыгать, ребят, да? Смотри. Ой, я стал на досточку, ребят. Ёлки-палки, да я вижу, что... А, это паркур, ну мне страшно. Зачем мне интересно сюда? О, я перепрыгнул, ты видел? Вон, ребят, я оттуда пришел сюда. Слушай, мне реально стрёмно. Так, ладно, сейчас допрыгну. Оу! Моя линия жизни все меньше и меньше становится. Куда я? Куда, Ватька? А, я уже тут. Так. Механизм. Рориган. Ты видел? Там какой-то жук, ребят. Тихо. Теперь главное не упасть. I need coast wall. Короче, надо, ребят, вот такую вот штуку будет. Слушай, ну что, пойдем проверим, что то за чудовище там. Мне реально страшно, ребят. Смотрите, что здесь. Ой. Стой. Дай, а ну сейчас сюда. А ну-ка. Ребят, смотрите, куда я залез. Я что-то нажал. Ничего не происходит, ребят. Честно, не знаю. Так, ребят. Ты видел, какое чудовище? Я старался не пускаться. О, здравствуйте. Так, это моя камера, ребят. Добро пожаловать, это унитаз. О, ты понял, как я могу отсюда убраться. Так, присядем. Фух, я реально... Вот это я кайфанул, ребят. Вот это ужастик не был. Не надо было туда спускаться. Так, это соседняя камера, ребят. Так, она закрыта. Слушай, ну я еще не видел главных героев этого ужастика. Я еще не видел близнецов. Это, наверное, внучата бабки Гренни. Это а ну тихо. А ну тихо. Оп. Так, я никого не вижу пока что, ребят. О, мы по потолку ходим. Так, а бегать я, интересно, умею или нет? Опа. Так, опускаемся вниз. Давай посмотрим, что внизу вообще творится. Так, это, короче, подвал. О, я тоже боюсь. Так, ребят, здесь еще что-то есть. Ладно, давай хоть тут осмотримся, да? Там, кажется, Гренни есть. А, вот есть, смотри, это мы отсюда пришли, да? Так, давай проверять. Будем все проверять, ребят. Все проверяем, шкафчики проверяем. А ты знал? О, вон он, смотри. Убегай! А, он меня увидел. Чувак, здорово! Ребят, я убегаю. А че я не бегаю? Что-то я слабенько, ребят, бегаю. А, надо, блин, настроить управление, потому что... Смотри, спортзал какой. Ёли-пали, Верка! Ты кто такой? Электрошокер! Ладно, ребят, эту игрушечку мы оставим на потом. Так, ребят, ну что, у нас Swamp 2. Кто любит Swamp 2, ставьте лайкосики. А у меня, ребят, смотрите... Уже есть несколько персонажей, давайте посмотрим поближе их. Дядя Волосач. О, я могу сделать ему апгрейд прямо сейчас. Отрыжка у него просто бешеная. Ребят, давайте проверим, как дядя Волосач стреляет. Тут у меня есть Тормоз Джо и Сварщик. Не помню, как его там. Так, ребят. О, смотрите, дядя Джо спит. Волосатый Джо, да? Волосатый Джо, и ему надо охранять курочек. Ну хорошо. Не, дядя Волосач нормально лупится. Смотри, Рориган. Ёлки-палки, эти крысы с пулеметами, которые... Они стреляют по курочкам моим. Не, вы чё? Ух, ребят, они хавают моих курей. Я вам сейчас всем устрою. Критический удар. Блин, надо защищать. Смотри, горящий этот идет.
Так, последняя волна или нет? О, вот она, ребят, последняя волна, да. Ну и сейчас я их закидаю гранатами. Валите отсюда. Отличненько, отличненько, ребятки. Ну хорошо. Смотри, блин, нормальная черепка. Не, нормально, нормально. То не рыбка, то ящерица мой, то мой хамелеон, помощник мой. О, нормальная тема, лупит нехило так. Смотри, смотри, я могу и автоматом, и той штучкой. Ого! Сейчас я переключусь. Нате, пацаны. Нормально лупит, ребят, смотрите, нормальный сварщик такой. Опа! Идите сюда, крокодильчики, свампчики малые-то. Есть, помощник нормально от этих мух мне помогает. Класс, ребят, отличненько прошли всю волну. Вообще, так, моя любимая карта, и это что? Это вилла, да, ребят. Ух, ёлки-палки! Нежданный приход от красненького. Вот, обезьянка, ты виновата в том, что... В том, что я уже разочек продул. А, вот она, обезьяна эта. Так, пацаны, аккуратно, аккуратно. Ой-ой-ой, я перезаряжаюсь или чё? Блин! Король-королевич завалил меня, потому что у меня не было патрончиков. Блин, сам себя лупанул. Где вы, красные? Перезаряжаем, Вадька, быстро. О, на тебе, чувак. Здорово, пацаны. Вы чё там? Еще не подохли? Есть, ребят. Ух, ёлки ж ты. Палки. 8, 8. Я 8 завалил, ребят. Кто-то на крыше, кажется, сидит. Да пусть сидит. Он меня не достанет. Он сзади. Смотри, смотри, побежал. Пацаны, пацаны, пацанчики. Не, не ждал викинг. А, король-королевич пришел, да? Не-не-не, ты. Говно такое, викинг. Викинг. Викинг-чикен. Блин. Так, нет, нет-нет-нет, мы не допустим. Ну, я не допущу точно. То всякие дрындулеты меня стреляли. Сзади надо. Это был подлый ход, ребят. Он стрелял мне в спину. Давай, давай, викинг. Да-да, я тебя вырублю. Есть, ребят. На тебе, я вырубил еще одного. На, викинг, ты тут, дружище, здоров. Ух, ребят, они просто окружили меня. О, другой пестик, другие времена. Ребят, кто любит Roblox Arsenal, ставьте лайкосики. Ты чё, ты чё? Ух. Опять викинг. Смотри. Короче, против меня дерутся викинг, король-королевич и обезьян. Мистер Обезьян, вот он! Оу! А, и Горбузевич тоже. Ты видел? Они напали все вместе на меня. О! О, а во! Кто Горбузевич? Горбузевич, это с тыквой на голове, который. А, вот и король... Тыква, тыква, да. Блин, где они есть, ребят? Ха-ха-ха, может здесь? Нет, синенький здесь. Куда ты? В кого ты стрелял, дяденька? С ума сошел? Время вышло! Ребят, я на втором месте! Как же так? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Эй, пацаны! Ну ладно, ладно. На Матрикс. Матрикс, ребят, сейчас будет Матрикс. Не сильно я люблю Матрикс, но норм. Будет норм. Так, ребят. Ух ты. Кстати, сам начал стрелять. Молодец. Так, я хватаю брюлик, ребят. 9 человек осталось живых. Я иду аккуратненько. Вот здесь. И жду, ребят, видели? Медведь... Оу-оу-оу-оу! Чуть не задохнулся, ребят. Медведь где-то в этих кустах, ребятки. А-а-а-а! Вот он! Блин, он намного... Он, ребят, он сильнее меня был. У него жизни на 2000 больше. Выиграл! А чё, да? Может, что-то и получил? Так, ребят, у нас есть награда. Смотрим. Это 50 монеток, да? Может и бокс какой-то? Не, больше ничего, ребят. Пока не могу больше ничего получить. К
Кто же у нас будет в этом большом боксе? Интересно мне знать. А давай там проверим. О, смотрите, будет какой-то Брок. Брок, чувак, Брок. Ну ладно. Так, давай знаешь что? Давай, наверное, нашу любимую карту. И понеслась. Разборки, да? У нас, ребят, сейчас будут разборочки. Посмотрим, на что способен Кольт. Ту-ту-ту-ту-ту. Кольт играет, ребят, вместе с командой. Ух, ёлки-палки. Смотри, роботы вообще слабенькие. По 2800. Воу! Бык, Кольт, ребят, все стрелячие такие пацаны. Ой, блин, куда я побежал? Я на того чувака смотрю и бегу, куда попало. Патронов-то нет у меня. А-а-а-а! Есть, ребятки, мои стрелы. Оу, ты видел? Че это за пушка была? Убегай, убегай! Тебе завалили! Завалили, да. И мои пацаны схватили брюлики. Так, ребят, я вас иду постраховывать. Нету, прикинь, нету этого самого. Нету снаряда у меня. А, блин, не слабый такой этот Дед Мороз. Блин, сколько у него брюликов. Ребят, по-моему, нас разбомбили. Так, Кольт суперзвезда, Деды Морозы, блин. Не, роботы нормальные у меня, ребят. Воу! Так, они выиграли. О, они потеряли брюлики. Ну, и никто их еще не схватил? Ёлки-палки, кто-то... А где брюлики? Вот они. А-а-а, бык бежал. Да там брюлики. Да вижу. Вижу, бро. Ха-ха-ха, дай брюлик. У меня брюлики, ребят, я убегаю. Тише, сосиска, бро. 9 брюликов, пацаны, я в кусты. Я валю, ребятки. 9, еще один, пацаны. А у них 10, елки-палки, ролик. Добегаем. Ребят, надо успеть. Тише, убегаем, ребят. Теперь мы выигрываем. Вау, ребят. Я, короче, на стрёме. Я, есть. У нас 11 брюликов. Да, у нас 17. А у тебя 11 вот брюликов. Фух, это было круто, ребят. Это было круто. Ладно, давай сейчас Among Us бомбанём. Among Us. Так, корабль собирается, ребят, отправляться. Так, мы успели на борт. И, фух, я не предатель, это ребят. Это розовый предатель. 7 человек? Нас 7 человек. Тише, не кричи. На 6 человек. Так, вот нам надо сюда, ребят. О, какого? Мы же только начали играть, ребят. Оранжево уже кто-то кокнул. Это розовый, по-любому это розовый. Тебе это кажется? Ну, сейчас посмотрим, ребят. Я думаю, может, белый напишет, что случилось. О, пишет. Зачем? А черный написал, зачем? Чего? Затем. Затем. Ну давай быстрей. А кто один не проголосовал? За кого? За него проголосовали, потому что он нарушает дисциплину. А он за красного проголосовал, ребят. Не был предателем. Блин! Ну и дурачок. Чёрный. Да не чёрный, а красный. А вот они. Ребята! Он отрезняет! Я же говорил, что это чёрный. Он меня убил, да? Алыхан. Так, ребят, мы попали в другую команду и... Посмотрим, что из этого получится. Это, о, желтый. смотри, как много миссий и как быстро тут все бегают. Это желтый, по-любому. Мы сейчас эту миссию выполним и пойдем искать предателя. Ну что, одно задание? Смотри, фиолетовый тут торчит. Чё он стоит, интересно? О! О, не-не-не-не-не! Давай, ладно, давай, ребят. Тык-тык-тык-тык-тык. Фиолетовый ко мне бежит! Говнюк такой! Давай проверим, куда он зашел. Давай. Я думаю, ушел он в люк, наверное. Синий прибежал. А, не, фиолетовый тут был.
Это значит не фиолетовый, ребят. Шериф. Белый. Шериф. Давид, нажми старт. Шериф. Белый. Видишь, они за белого. Белый в люк. Ок. Ок. Верю. Верю. Так, ого, через 30 сек будет. Окей, сейчас бел, потом я. Хорошо. Я испугался. Говорит, я думаю, что это синий предатель. Да ну, конечно, синий. Красный, ты нуб. Я за белого. Так, белый. Через 6 секунд начнется голосование. И если он спалился, он нырнул в люк. И я ему верю, этому шерифу. Так, ну смотрим, ребят. Смотрим. Тэнс. Один черный остался. Давай, дружище, голосуй. Так, ребят, смотрите. Из-за синего, из-за белого много. Офигеть, а что за синего так много? Так, белый... Да, был предателем. Ну, конечно, он же чувак заметил его. Yes, мы победили и потеряли только желтенького и зелененького. Ладно, ребят, погнали дальше.